Васильковская, 53, корпус 2. Старый пятиэтажный кирпичный дом 1962 года постройки. Вход в парадное выглядит удовлетворительно, установлен домофон. Около подъезда есть скамейка. Во дворе находится небольшая зона отдыха. Мест для парковки автомобилей очень мало. Поблизости расположен детский сад. Двора как такового нет. Ближайшее метро – выставочный центр. Общее состояние дома удовлетворительное.